Парни, лежите, лежите, парни, сейчас подыму. Друг, лежи. Осторожнее, да, вот от северных домов. Это дымы, либо что-то. Давайте, давайте, братья, давайте расходитесь, у меня дымы закончились. Да, хорошо, хорошо, хорошо. Накрыли нас гранатой. Ну нифига себе, как тебя. Ну а теперь еще раз. Да, как меня слышно? Да слышно вас нормально, я просто оверлей проверял. Работу. Даже сервер еще не полный. А вы за кого? За американцев? Да, не. А, да, да, да. Это пиздец, какое гиблое дело. Эрик, а ты в каком этом скварде? Я в одиночном режиме пока. Я вот занял здание прямо на точке и отстреливаю их подходы. С севера нахожусь.
Все, завалили. Рассекретили меня. Командирская машинка догорает, но знаки вопроса. Ну как догорает, она еще живая. Выбитым двигателем. Подожди меня, Эрик. Давай. Впереди по дороге пробежал только что. Аккуратнее, он это за танком, видно, хотел бежать, не добежал, поверь, возвращается. Снял. Хера их там целая толпа. Да, с гранатами если сможем докинуть. Я закину туда прям. Ларта туда пошла. Это я туда кинул. Да, спасибо. Можно дойти, да, уже? Все? Да, там 4. Ага. Guys, go to point, please. Где эти справа? Ёй. Ранен, перевязывайся. Блять, то перелазить, то не перелазить, блядь. Тут снайпер на антенне лазит. Блин, тут этого сапера снял для нашего танка. Шел как раз от твоей стороны. Ну, я пока обезжал вокруг. Ралик на мне, вижу. Ралик, вот он. Вижу. На тебе Элик прямо? Ралик, да, взрываю сейчас. Я взорвал ралик. Он прямо так в кустах стоял, классно. Тебя снайпер, что ли, такой одиночный выстрел был? Нет, не снайпер. Снайпера я убил с гранатой этой противотанковой. Меня снизу убили. О, снайпера я снял наверху еще одного. Ой, как красиво он падает. Ралик, возможно, у них может там стоять. Или хоба. Может быть, от первой точки еще. Может, да. Так сидит наверху. Снял. Хедшот. Откуда-то они идут. Не из близко. Ну слушай, он как-то, видишь, быстро добежал. Блять, еще там. Я понял.